Хелт, его сын, они приехали из Дании. И Хелт живет на маленьком острове Бонхолм. Небольшой остров. Господь его много лет назад туда, как бы сказать, послал, или он пошел служить. Он живет в маленьком поселке, в котором всего лишь 500 человек. Небольшой поселок. Это как столько мест, сколько в этом зале. Много? Но у него около где-то 40 человек в общине, в церкви. И в основном это старики. Потому что вся молодежь оттуда сбежала. Там, конечно, остров, можно проехать весь остров по кругу 100 километров. Всего лишь. Можно с одной стороны дома переплюнуть на другой, наверное. Но когда мы познакомились с Хелтом, Господь очень сильно действовал через его служение. И те, кто был на этой неделе в школе, пережили действие Святого Духа. Это человек, который послушный Богу. Никто не скажет, что ему уже 70 лет. Он обещает жить до 100. И сказал, когда ему будет 90 с лишним лет, он еще оставит эту церковь, пойдет точно другую. А другими словами, наш брат Господи, Иешуа Мессии, любящий еврейский народ, поддерживающий его, молящийся за него. И он сегодня у нас со своим сыном, а потом он едет в Измаил, сразу после собрания. И там есть работа немножко. Хелт. Well, it's an honor to be here today. Для меня честь быть сегодня здесь. And I want to share a word from Luke. Хочу поделиться словом из Луки. And it is chapter 16. 16 глава. And from verse 19 and until the end. С 19 стиха и до конца главы. So let us read it now. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, проходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Авраам, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Авраам, но если кто из мертвых придет к ним покаяться». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Now here Jesus addresses the Pharisees, and when he did that, they were used to hear a parable. И здесь Иешуа общается с фарисеями, и он говорит им эту притчу. But this time Jesus does not use a parable. Но на самом деле это не совсем притча. Иешуа здесь не притчу использует. He uses an event. Это событие, something that happened, реально случившееся. And he addresses them with a rich man and a poor man. И он рассказывает историю о богаче и бедняке. Now this is a situation we all know of
There are rich people, there are poor people. И мы знаем эту ситуацию, она нам знакома. Есть богатые люди, есть бедные люди. And there's really nothing to that. That's ordinary life. Но это обычная жизнь. Some are rich, some are poor. Кто-то богат, кто-то беден. Now there are two sides of this story. Но есть две стороны этой истории. And I think that's interesting for us to know about. И я думаю, что для нас это будет интересно знать. Because we see them in life. Потому что мы видим это в жизни. The rich man enjoying his rich life. Богатый наслаждался своей богатой жизнью. And a poor man not enjoying his poorness. А бедняк не наслаждался своей беднотой. But he is there at the rich man's door and hoping to get fed. Но он находился у дверей богатого в надежде на то, что его покормят. And then they die. It happens that the poor man dies. Но потом, спустя время, бедняк умер. And the Bible tells us that the angels were carrying him to Abraham. И Писание говорит, что ангелы взяли и отнесли его к Аврааму. But then also the rich man died. Но также потом умер и богач. And when he opened his eyes, he was in hell. И когда он открыл свои глаза, он видел себя в аду. And now, notice the situation. It is like being reversed. Обратите внимание на ситуацию. Она полностью поменялась. Now the rich man is begging. Теперь богач как бы находится в нужде. And the poor man is enjoying. А бедняк наслаждается жизнью. It's totally reversed. То есть это все полностью перевернулось. And I want to tell you, what kind of sin did that rich man do, which made him wake up in hell? Какой же грех совершил этот богач, что он очутился в аду? We know he was a rich man. Мы знаем, что он был богатым человеком. And we know he had servants. И мы знаем, что у него были слуги. And we know he had good food every day. У него каждый день была хорошая еда. And we also know that he, by his power of richness, could call on a servant every time he needed anything. И мы знаем также, что благодаря своему богатству, своей власти, он мог позвать слугу в любое время. So if he needed a glass of water. Or wine. И если ему нужен был стакан вина или воды, he would call a servant and say, "Give me that glass of water." Он мог просто позвать слугу и попросить и сказать, "Дай мне этот стакан воды." And the servant would do so. И слуга так бы и сделал. Maybe because of the money. Может быть из-за денег. And then, when it comes to Lazarus, the rich man would say. Okay, I'm fed up, and you have all been eating what you need. Are there some left over? И богач, например, касательно Лазаря, например, богач говорил, что я насытился, все вы сыты, еще что-то осталось? Go give it to the poor man. Идите, отдайте это бедняку. And they might have given him a little bit. И может быть ему давали какие-то остатки. Now notice this. He never once asked his servants to take the poor man to the hospital. Но обратите внимание, что, например, он никогда не просил своих слуг, чтобы бедняка отвели, например, в больницу. He had no compassion. У него не было сострадания к нему. So the dogs were licking his sores. И написано, что псы лизали его струпья. And you know, when a dog licks the sore, it's keeping the sore clean. Знаете, что, ну, говорят, что когда псы вылизывают раны, то как бы они очищаются. Why would the dogs lick his sores? Почему псы так делали? Because God used the dogs to do so. Потому что Бог использовал их для того, чтобы они так. They licked his sores to keep them clean. Псы лизали его струпья, чтобы они очищались. Sometimes God uses animals. Иногда Господь использует даже животных. And there was a young boy who was with his father hunting in the mountains.
Есть такой случай, когда один ребенок, он пошел на охоту со своим отцом в горы. And in the mountains, this went on in America. Это было в Америке. In the mountain is very, very hot at daytime, but very, very cold at night. И днем там очень жарко, но ночью очень сильно холодно. And it happened that the boy came away from his father. Так получилось, что этот мальчик отстал от отца. And he was walking around in the mountains and could not find his way back. Он ходил по горам и не мог найти путь назад. So when night time came, и когда наступила ночь, he had no warm clothes. У него не было теплой одежды. He was freezing. Он замерзал. It was cold. Очень было холодно. So he laid down. There was a little snow on the ground, but he laid down. Даже появился иней на земле, и он все равно лег на землю. When he laid down, freezing, being cold. Когда он лег, замерзая, находясь в холоде. A deer came out from the forest. Из леса вышел олень. Walked towards him and laid down. Beside him. Он подошел к нему и лег рядом. And another deer came out of the forest and laid down on the other side. И вышел еще один олень и лег с другой стороны. And they stayed all night and kept him warm. И они с ним вот так вот спали всю ночь, чтобы и согревали его. This is a real story. Это реальная история. It's not a parable. This happened. Это не притча, такое произошло. And so the poor man who was not brought to the hospital, who was not brought to the doctors. И вот этот бедняк, которого не отводили к докторам, чтобы его вылечили. No medication. Ему не давали никаких лекарств. God used the dogs to lick his sores. Господь использовал псов, чтобы они вылизывали ему раны. So they'll be kept clean. Чтобы они очищались. But now we may actually look at what happened to see the attitude of the rich man. Но нам нужно еще раз посмотреть, чтобы в текст, чтобы понять, какое было отношение у богача. Because after death we see what he really was like. Потому что после смерти мы видим, на кого он действительно был похож, каким он на самом деле был. What does he do? When he faces the consequences, what does he do? Когда он столкнулся с этими обстоятельствами, что он делал? He cries out to Abraham. Он начал взывать к Аврааму. Not to Lazarus. Не к Лазарю. He was never used to speaking to Lazarus. Возможно, он вообще никогда с ним не разговаривал. He was always used to speak to his servants. Он всегда общался со своими слугами. And he kept like going on speaking past Lazarus to Abraham. И он продолжал вот этот свой разговор, свое обращение к Аврааму, не замечая Лазаря. And his words were, Abraham, send Lazarus. И его слова были такие: Авраам, пошли Лазаря. Send Lazarus to me. Пошли Лазаря в мой дом. Let him have water on his fingertip. То есть пошли Лазаря ко мне, чтобы пусть он омочит свой перст. No, he never even talked to Lazarus. Он даже с Лазарем не общался. He talked to Abraham. Он говорил с Авраамом. Почему? Because he was used to speak to his servants, not to Lazarus. Потому что он привык общаться со своими слугами, а не с Лазарем. Lazarus meant nothing to him. Лазарь ничего не значил для него. Now I believe that if we were to choose our destiny, я верю, чтобы если мы могли выбирать свою судьбу, what would you choose? What would you prefer, to be like the rich man in life or to be as Lazarus in life? То что бы вы выбрали, быть как богач в жизни или как Лазарь? What would you prefer? Что бы вы предпочли? Lazarus? Как Лазарь? Why? Почему? I'll tell you why. Because you know what happened after death. Потому что из-за того, что произошло после смерти.
I would have chosen the rich man's life. I would have been rich if I could choose. Если бы я мог выбирать, то я бы выбрал быть богатым. I would be wealthy, have servants. Я был бы в достатке, у меня были бы слуги. Not because of the ending. Не из-за того, чем эта история закончилась. But because of the opportunities it carries in it. Но из-за тех возможностей, которые богатство открывает. You see, you have an opportunity to do well with all you have. Понимаете, у вас есть возможность делать на максимум то, что у вас есть в жизни. You have an opportunity to perform the word of God. У вас есть возможность нести слово Божье. Now, why did he end up in hell? Let's go back and look. Но почему богач оказался в аду? Давайте вернемся к Луки. Why did he not go to Abraham? Почему он не отправился к Аврааму? It's right here in the Bible. Здесь написано это. It's right here, standing right here. Вот здесь это все написано. If you read the word. Если вы читаете слово. He was kind of trusting his prosperity. Он доверял своему процветанию. Trusting his money. Доверял своим деньгам. I may have done nothing particularly good, but I haven't done anything bad. Возможно, он размышлял, что, ну, я в принципе ничего особенно хорошего не сделал, но и плохого также ничего особенного не сделал. So God is gracious, and He probably will allow me to go to heaven anyway. Но Бог благ, и поэтому, скорее всего, Он позволит мне попасть в рай. But you see, it's not the issue. Но не в этом вопрос. It's not the issue. Не в этом вопрос. We read here that Abraham's answer to that rich man's cry. И мы видим ответ Авраама на зов вот этого человека. Is that when the rich man's cry? Let me just rephrase that. The rich man's cry was about not himself anymore, because that was being denied. That was impossible. И богач уже как бы просил и взывал не о себе, а потому что это уже было ничего нельзя было поменять. The rich man's cry was about his family. Но богач уже начал кричать и просить за свою семью. About his brothers. О своих братьях. And he cries out to Abraham, "Send Lazarus to my brothers." И он взывает и говорит: "Отправь Лазаря к моим братьям." Again, he acts like Lazarus has no choice. И снова он ведет себя так, как будто бы у Лазаря нет выбора. I don't care about his opinion. То есть он так показывает, что мне все равно его мнение. He talks about Lazarus to Abraham. И он говорит о Лазаре с Авраамом. As if Abraham was a servant. Точнее, он ему как бы указывает, как будто бы Авраам его слуга. He traded Abraham as a servant. Он, возможно, даже рассматривал Авраама как слугу. Abraham, do this. Авраам, сделай Abraham, вот это. Do that. Авраам, сделай то. If that's impossible, then do this. Если это невозможно, сделай тогда вот так. But Abraham said, no, 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 no. Но Авраам сказал, не. That's not the way it is. Так не пойдет. They have the Torah. Он сказал, у них есть Тора. They have the Scripture. У них есть Писание. They have the Word. У них есть Слово. They can read the Word. Они могут читать Слово. That will be enough. И этого будет достаточно. Do you know how many people hears the Word of God? Знаете, сколько людей слышит Слово Божие? Do you know how many people you reach from here? Вы знаете, скольких людей вы достигаете? The word is spread around. Слово, оно распространяется повсюду. All over Odessa region. По всему Одесскому региону. All over Ukraine. По всей Украине. Every weekend, words are spread around the world, in Europe and in America. Каждые выходные слово распространяется по всем странам, по Европе, по Америке. But then here comes the sad answer from the rich man. He says, no. Но тем не менее Авраам говорит богачу: нет. No. Нет. He said no to what is in the scripture.
богач сказал нет на то, что сказано в Писании. He said no to what God has set before him. Он сказал нет на то, что Бог дал ему. He said the word will not do for my brothers. Он говорит, что слово ничего ничем не поможет моим братьям. The word will not be enough. Слова не будет достаточно. It was very, very sad because that was what brought him to hell. И это было очень печально, потому что именно это привело его в ад. He said no to the word of God, which is Yeshua. Которое есть Иешуа. He said no. Он сказал нет. To Yeshua. Иешуа. No. Нет. That was what caused him to go to hell. Вот что заставил, вот из-за чего он попал в ад. Then he says, no, no. You see, if you instead of the word, he wanted to replace the word. Но он хотел даже заменить слово. Replace it with a miracle. Каким-то чудом, например. If someone from the dead came back. Он говорит, если бы кто-то из мертвых воскрес. Do you know how many people today that would just walk miles and travel miles and miles to see a wonder? Знаете, сколько людей сейчас путешествуют, проходят, проезжают тысячи и тысячи километров, чтобы увидеть чудо? The rich man said, "Let them experience a wonder." И богач говорит, пусть они увидят это чудо. Raise one from the dead. Воскреси одного из мертвых. Then they will believe. И тогда они поверят. But people then were no different from people today. Но люди тогда не отличались от современных людей. They wouldn't repent then, and they won't repent today. Они бы не покаялись тогда, и они и не покаются сейчас. You see, in Denmark, we are kind of born skeptics. И знаете, вот в Дании мы, например, все прирожденные скептики. We are brought up, we are raised to ask questions. Why? Мы how? Выросли, задавая вопросы: почему, как? And we have seen when people are raised from the dead, this has happened. И мы видели, такое происходило, как люди воскресали из мертвых. Somewhere in the world, people are raised from the dead. И в мире люди воскресают из мертвых. But will that cause a Dane to receive Jesus as a savior? No. Но заставляет ли это принимать Иешуа как спасителя? Нет. They will ask, was he really dead? А сразу начинается вопрос: он действительно умер? Can you confirm it? Can you confirm it? Можете это подтвердить? Are you sure he just wasn't fainted? Passed out. Может он притворился? And they won't believe it. И они просто не верят в это. Won't believe it. Не верят. Many years ago I was in London, England. Много лет назад я был в Лондоне. And there was a pastor from I don't know if it was Kenya or wherever. His name was Daniel. Where was he from, Brian? I don't know. И там был один пастор из Африки, возможно, из Кении. You have probably heard of him. Может быть, he died in a car crash. And after 3 days, his wife took him to Reinhard Bonnke, and he was. Он погиб в автокатастрофе, но спустя 3 дня его жена взяла его тело и отвезла на служение к Рейнхарду Бонке. And he was raised from the dead. И он воскрес из мертвых. After 3 days. Спустя 3 дня, как он умер. So he was supposed to be in London that week when I was there. И он должен был быть в Лондоне тогда, когда я был там. He was supposed to come forth and give testimony. Он должен был выйти и дать свидетельство. But you know what? The authorities would not let him into the country. Но представьте себе, что власти не позволили ему въехать в страну. Dead persons can't come into England, they said. Мертвецы, они сказали, не могут приехать в Англию. And we have a certificate that says that you are dead. У нас есть свидетельство о смерти. So you cannot come in. Поэтому ты не можешь въехать.
And he was not allowed to enter England. И ему не позволили въехать в Англию. He had to return. Ему нужно было вернуться. You see, people will not repent because of a dead person is raised to life. Понимаете, даже когда воскрес человек из мертвых, люди от этого не покаялись. So what do we have? We have the Word of God. Что же у нас есть? У нас есть Слово Божье. God is not against prosperity. Бог не против процветания. God can even use you when you are poor. Господь будет использовать вас, когда вы в бедности. That's not the issue if you are poor or rich. Но вопрос не в богатстве или бедности. The question is, do you believe in Yeshua the Messiah? Вопрос в том, верите ли вы в Иешуа Мессию? Do you believe in the Almighty God who sent the Savior? Верите ли вы во всемогущего Бога, который послал нам Мессию, Спасителя? Because the Bible tells me that there is given to man no other name, neither in heaven or on earth or underneath the earth. И Писание говорит, что in which there is salvation. Людям не дано другого имени ни на земле, ни под землей, ни на небесах, через которого бы мы могли получить спасение, кроме Иешуа. Yeshua sent from heaven is the Savior. Иешуа, посланный с небес, является спасителем. He is your Savior. Он ваш спаситель. He is my Savior. Он мой спаситель. And only by receiving him as Savior, и только приняв его как спасителя, only by receiving him as Lord in your life, только приняв его как Господа в своей жизни, you will open your eyes in heaven. Вы откроете свои глаза на небесах. When you say no, when you call, нет, when you call the gospel for stories, если вы называете Евангелие просто историями, you are actually starting to walk towards hell. Вы начинаете свое движение в направлении ада. Therefore, I urge you. Поэтому я увещеваю вас. Repent. Покайтесь. Repent means turn around. И покаяние означает разворот в другую сторону. Change your mind. Измените направление. Turn around. Start walking towards life. Развернитесь и начните свое шествие в сторону жизни. Walk towards life. Идите в направлении жизни. Receive Jesus as your personal Savior. Примите Иешуа своим личным спасителем. And I don't care what your situations are. И мне все равно, в каких вы ситуациях находитесь. If you are young or old. Пожилой вы или молодой. I'm old. Я уже пожилой. If you are woman or man, if you are sick or healthy, if you are rich or poor. Неважно, женщина вы, мужчина, богатый или бедный, больной или здоровый. One thing is needed. Только одно необходимо. Yeshua. Это Иешуа. You need him in your heart. Вы нуждаетесь в нем в своем сердце. And when you receive him as Savior, I guarantee you, когда вы примете его как своего спасителя, я вам гарантирую, that you will walk towards heaven, что вы начнете свое движение в сторону небес. Your situation will be changed. И ситуация ваша изменится. Go away from those people who sit around blaming God for their situation. И отделитесь от тех людей, которые сидят и обвиняют Господа в своих ситуациях. Walk away from those people who have made false decisions or wrong decisions and then blame God. Отойдите от тех людей, которые приняли неправильные решения, а потом обвинили в этом Бога. Start to walk with the Lord. Начните свое хождение с Господом. Give your life to Jesus. И доверьте свою жизнь Иешуа. Face the reality of your situation. Встретитесь с реальностью своей ситуации. Face the reality of who you are and what you are. Встретитесь с реальностью того, кем вы есть. Face the reality of the Word. И осознайте реальность Слова. Amen. Amen. Father in heaven, I give you praise. Отец небесный, я славлю тебя. You are God Almighty. Ты Бог всемогущий. You are the Creator. Ты творец. You are the Master. Ты господин. And we just want to praise your name.
И мы хотим восхвалить Твое имя. And I ask you, Holy Spirit, я прошу Тебя, Дух Святой, that you will speak to the heart of people right now. Проговори сердцам людей сейчас. In Jesus' name. Во имя Иешуа. Hallelujah. Hallelujah. I want you, while you're standing here, сейчас вы стоите, я бы хотел. I just want to ask a question. Я бы хотел задать вопрос. Are there anyone, young or old, rich or poor, anyone in here? Если кто-то богатый, бедный, молодой, пожилой, неважно. Who is not a Christian? Кто не христианин? Who is not trusting in God? Кто еще не верит в Бога? If you are, если вы, please raise your hand. Если это вы, поднимите руку. Take it down again, just up and down. Поднимите просто руку и можете опустить. If that's you, I want to pray for you. Если это вы, если вы есть здесь, то я бы хотел помолиться за вас. I want to pray with you. Я хотел бы помолиться вместе с вами. Just raise your hand and put it down. Но просто поднимите руку, потом можете запустить, просто чтобы увидеть. The Lord sees that hand, and yeah. Are there more? Есть ли еще кто-то? More people who want prayer? Yeah. See, right down. Yeah. Yeah. No, see. I see you. That's good. Да, спасибо. More? Еще кто-то есть? Come on. Don't let life pass by. Не позвольте жизни пройти мимо вас. Get the most out of it. Возьмите от нее все, что можно. I want to tell you, God can do more in your life than you imagine. Бог может сделать в вашей жизни больше, чем вы можете себе представить. Are there anyone like Lazarus laying at the rich man's door that has a disease which is incurable or which is not dealt with? Есть ли кто-то здесь, кто вот как Лазарь сидит перед домом богача в своих болезнях, у которого есть какие-то неизлечимые болезни, сложные болезни? Yes, Lord, yes, Lord sees it, yes. Да, Господь. Many hands. Господь. I tell you what, I will urge you to come forward. Я прошу вас. While the music is playing. Выйти вперед, пока будет играть музыка. Те, кто поднимал руки. This is your time. Это ваше время. This is you and the Lord. Только ваше с Богом. He looks to your heart. Он видит ваше сердце. You see, the Lord is looking at your heart. Господь смотрит на ваше сердце. He knows the decision you make. Он знает те решения, которые вы принимаете. First of all, I want to pray a prayer with those who yet don't know Jesus Christ. Сначала я хочу помолиться молитвой, кто не знает еще Иисуса. To make it a little more easy, I will ask all of you to pray with me. И я всех прошу молиться тоже вместе со мной. But especially you who do not know Jesus Christ yet. Но прежде всего те, кто еще не принял Иешуа. Let us just pray a little simple prayer together. Давайте вместе помолимся небольшой простой молитвой. Will you do that? Сделаем. Father in heaven, Отец небесный, we come to you in the mighty name of Yeshua. Мы приходим к тебе во имя Иешуа. And you just pray after us. Okay? Просто молитесь за нами, повторяйте. I give you my life. Я доверяю тебе свою жизнь. Я доверяю тебе свою жизнь. I give you everything. Я отдаю тебе все. Я отдаю тебе все. I repent. Я каюсь. Я каюсь. And I ask forgiveness for my sins. Я прошу прощения за свои грехи. Я прошу прощения.
I want you to come into my heart. Я прошу тебя, чтобы ты вошел в мое сердце. And to be master and lord of my life. И стал господином и господом моей жизни. Стал господином и господом моей жизни. Thank you that you now has come into my life. Спасибо, что ты теперь вошел в мою жизнь. Спасибо, что ты пришел в мою жизнь. Amen. Amen. Now, listen. This is not about you feel or don't feel anything. И вопрос не в том, чувствуете ли вы или ничего не чувствуете сейчас. This is a real choice you just made. Это реальный выбор, который вы сейчас сделали. And to walk that way, I have three simple steps. И чтобы идти этим путем, у меня есть три простых шага. I will ask you to do those three steps. Я бы попросил совершать эти три шага. One. Первое. Read. Читайте. Read. If you do not have a Bible, если у вас нет Библии, I'm sure the congregation will help you. Я уверен, что община вам с этим поможет. So you can read. Чтобы вы могли читать. And they will advise you where to read. They will advise you where to read. И вам посоветуют, с чего начать. Second. Второе. Talk. Общайтесь. Talk to God means pray. Общайтесь с Богом в молитве. Yeshua, here I am. I don't feel anything, but I'm talking to you right now. Yeshua, я здесь сейчас перед тобой. Я ничего не чувствую, может быть, но я просто сейчас общаюсь с тобой. Bless my day. Благослови мой день. Bless all around me. Благослови все вокруг меня. In your name, amen. Во имя твое, аминь. If you do that, если будете так делать, only one thing remains. Остается только еще один шаг. Third. Третий. Go to church. Ходить в церковь вообще. And I mean a spirit-filled church. Я имею в виду общину, наполненную Духом Святым. Because when you hear the word, потому что когда вы слышите слово, the Bible tells me that your faith will grow. То Библия говорит, что вера ваша будет расти. And you will mature in Christ. И вы будете вырастать в Христе. Will you do that? Когда будете так делать? Read, talk. Будете ли это делать? Читать, общаться. Walk. И приходить. Go to church. Now we just experienced someone come into the kingdom of God. We just experienced someone come into the kingdom of God. И вот у нас, мы видим, как новый человек пришел в Царство Божие. That's amazing. Это поразительно, правда? I want to bless all of you. Я хочу благословить всех вас. With a good health. Хорошим здоровьем. Okay. I know God can provide health to you in many ways. Я знаю, что Господь может дать вам здоровье разными путями. And I know He can take advantage of your situation. И я знаю, что Он может извлечь пользу из вашей ситуации. But if you really want to know what God has in store for you, но если вы действительно хотите знать, что Бог приготовил для вас, read Psalm 1, verse 3. Читайте 1 Псалом, 3 стих. So, I'll just bless all of you. Я благословляю всех вас. In the name of Yeshua. Во имя Иешуа. Lord, I bless this woman in your name with good health. Во имя твоего здоровья. And with whatever she needs. И тем, в чем она нуждается. In Jesus' name, во имя, be filled with the Holy Spirit from top to toe. Будьте исполнены Духом Святым.
Let him touch you. Пусть он прикоснется к вам. And do miracles for you. И совершит чудеса для вас.